Привет! Это Board Games Video и Семен Пыхтеев. Мы рассказываем про настольные игры. И что-то давненько мы не рассказывали новости. Ну что, посмотрим, что там происходит этой весной в издательстве Hobby World. Вышла кооперативная доисторическая настолка Палео. Доисторическая не в плане примитивных механик, а по своему сеттингу. Здесь натурально нужно охотиться на мамонтов, исследовать территории вашего племени и сообща выживать. В игре есть десяток модулей, с помощью которых можно подготовить либо уже прописанный сценарий, либо сделать свой. Вместе с игрой сразу вышел и доп «Ужасные птицы», который добавит 11-й модуль для экспериментов. Обзор, разумеется, можно посмотреть на нашем канале. Духи предков одобряют. Вышло издание Каркасона Big Box. В состав, помимо базовой версии этой нетленной классики, вошло аж 11 дополнений. Река, аббат, таверны и соборы, купцы и зодчие, летательные аппараты, гонцы, паромы, золотые рудники, маг и ведьма, грабители и круги на полях. Всем, кто захочет порадовать себя или кого-то другого вот таким коллекционным изданием, стоит захватить с собой авоську побольше. Коробка длиной чуть ли не полметра. Да и весит. Ого-го. У нас на канале полно видео по серии Каркасон, так что если еще не знакомы, welcome. Вышла основная книга правил для ролевой системы Genesis. Эта гибкая система позволяет создавать приключения в любом сеттинге. Фэнтези, стимпанк, космоопера, да вообще что угодно. И в любом жанре, будь то детектив, хоррор или даже классические героические приключения по спасению мира. Отдельный интерес в этой системе представляют кости повествования. Это специальная система бросков кубиков, которая вместо числовых значений использует особые символы. Подсчет и интерпретация таких символов помогает ведущему и игрокам направить свою фантазию во время приключений и определить, что же произошло в мире. Вышел коллекционный артбук под Dungeons & Dragons «Art & Arcana. Визуальная история игры». В этом солидном иллюстрированном издании собрано огромное количество историй о создании и эволюции игры. В первую очередь, конечно, с точки зрения визуала, но здесь есть немало любопытного и по другим аспектам. Вышла молчаливая кооперативная игра «Штиль». Молчаливая, потому что игрокам нельзя переговариваться между собой, пока они пытаются доплыть мимо всех островов к финишу своего путешествия. Дело осложняется тем, что острова на игровое поле просто так выкладывать нельзя. Только по возрастающим номерам. Да и сбрасывать карты периодически нужно. Игра необычная и подойдет тем, кто любит во время партии просчитать вероятности и варианты развития событий. Хочешь подробностей? Греби смотреть обзор. Серия игр-комиксов пополнилась изданием «Шерлок Холмс против Мориарти». На этот раз вам предстоит стать величайшим на свете детективом или его преступной немезидой. Спойлерить подробности, как всегда, не будем. Но если вы хотите узнать побольше об играх-комиксах, на канале уже и такие обзоры есть. Кстати, следующая книга серии тоже будет про Шерлока Холмса. Выход запланирован на весну. Вышла свежая часть эпичных схваток боевых магов. На этот раз можно вернуться в 2007, а то и раньше, и устраивать соперникам лютый дебош в стенах родной адской школы. Из новинок — планшет социального статуса, который дает различные бонусы ученикам в колдовском классе, и карты с механикой задира, чтобы обижать тех, у кого этот самый социальный статус ниже. Если хочешь больше подробностей, ну ты понял, иди на канал, смотри обзор. Если поторопишься, еще и на конкурс за коробочкой успеешь. Другая серия «Время приключений. Карточные войны» пополнилась набором «Лимонохват против Гантера». Так что любители мультсериала могут добавить в свою коллекцию этой дуэльной игры еще пару персонажей с готовыми колодами. Можно и не говорить, что у нас на канале есть правила этой игры. Ты и так уже только в этот угол и смотришь. Карточный ужас Архама, как всегда, со свежим сценарием. Компании «Нарушенный круг» вышло дополнение «Ради высшего блага». Доблестным сыщикам пришло время напрямую столкнуться с таинственной ложей серебряных сумерек, а еще пошататься по особняку культистов и узнать продолжение истории с призраками. Как всегда, хочешь рассказать побольше про карточный ужас Архама? Сплошные спойлеры. Вот такие клиффхенгеры. Хочешь узнать, что там? Иди играй. Допы бывают разные. Поменьше и побольше. Робинзон Крузо в поисках затерянного города как раз из последних. Внутри новая компания «Затерянный город Z». В ней вас ждет закрученная жуткая история со множеством сюрпризов. Для каждого сценария правила немного меняются.
а созданию настоящего духа приключений поможет книга компании, постепенно рассказывающая о развитии сюжета. А еще это дополнение дает возможность сыграть старый сценарий в так называемом кошмарном режиме. Испытайте в деле новых персонажей, разнообразьте игру новыми приключениями и попробуйте совладать с новой внутренней угрозой, собственным рассудком персонажей. Если вдруг у вас самая первая редакция базовой коробки Робинзона Круза, то вам пригодятся непрозрачные протекторы, потому что рубашка у карт немного другая. Для скирмиш варгейма Warhammer Underworlds вышел свежий набор Dire Chasm. На этот раз в сражении сошлись бойцы Очистители Миари и банда Карнавала Ужаса. Мы планируем снять по вот этому набору распаковку, а еще обзор и летсплей с приглашенным гостем. Там мы поговорим про новые банды, правила, миниатюры и о многом другом. А теперь парочка анонсов. Зомбицид 2.0. Как много в этом слове! Вторую редакцию этой настолки игроки ждут с нетерпением. Кооперативная выживалка в мире постапокалипсиса, полном бродячих зомби, пришлась всем по душе. Что будет в новой редакции? Улучшенные правила. Стрелять, хлопать дверьми и гонять на машинах будет удобнее. 25 миссий, объединенных общим сюжетом. Эффект темноты. В некоторых местах на карте такая темень, что попасть по зомби очень сложно. Новые фигурки и пластиковые планшеты игроков, как в «Черной чуме». Выжившие дети вступают в битву. Переносчикам инфекции не поздоровится. Выход весной. Ждем. Вооружен и опасен. Грядущее дополнение к настольному спагетти-вестерну «Бэнк». В составе дополнения 8 новых персонажей, карты оружия, чтобы буквально можно было вооружиться до зубов, и улучшаемые карты, которые можно сделать мощнее за кубики зарядов. Не допами и переизданиями едиными. Готовится к выходу новинка за авторством знаменитого Уве Розенберга «Зоопарк Нью-Йорка». Игроки, очевидно, займутся обустройством своего собственного зоопарка. Будут ставить вольеры, заселять их животными, размножать этих самых животных. Ну и добавлять инфраструктуру, а то посетитель нынче привередливый. Без аттракционов уже ему и зоопарк, не зоопарк. Релиз намечен в апреле. Обзор от нашего канала тоже. Если хочется не просто ждать грядущих игр, а поддержать их выпуск, смело на площадку Crowd Republic. Там регулярно есть на что посмотреть. Например, сейчас там среди прочих проектов проходит кампания по изданию «Основателей Мрачной Гавани». Это градостроительная евроигра в мире небезызвестного Gloomhaven от того же автора Айзека Чилдреса. В коробке с настолкой вас ждет приятный бонус — несколько карточек городских событий, которые можно добавить в базовую коробку Gloomhaven. Если в фэнтези и фантастику хочется не только поиграть, но и почитать про нее, как всегда, время полистать мир фантастики. Мартовский номер посвящен вселенной системы Pathfinder. Ну а тема апрельского номера — космос, разумеется. Уже доступен в предзаказе. На этом все. Это был Семен Пыхтеев и канал Board Games Video. Подписывайся, жми колокольчик, ставь лайк и пиши в комментариях, если остались вопросы. Новостей всегда много, и рассказать про все просто нереально. Ссылки на всякое разное полезное найдешь внизу в описании видео. Пока!